Оператор сотовой связи «Мотив» дал старт новому поколению связи 4G в Кургане. Спеши! Бесплатное тестирование высокоскоростного интернета уже началось. Подробности узнай в офисах продаж и обслуживания города Кургана на сайте мотивтелеком.ру, а также позвонив по бесплатному номеру 8 800 240 400. Золотая осень, бархатный сезон. Время пожинать плоды и приумножать запасы. Кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал». Участвуйте в программе накоплений «Рента». Увеличивайте ваши средства на самых выгодных условиях. 18% годовых по сбережениям. «Рента». Время собирать урожай. Подробности по телефону 65-20-01. Улица Красина, 56. 14 ноября. Филармония. Борис Моисеев и его шоу «Юбилей». Информация по телефону 42-62-16. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Оператор сотовой связи «Мотив» дал старт новому поколению связи 4G в Кургане. Спеши! Бесплатное тестирование высокоскоростного интернета уже началось. Подробности узнай в офисах продаж и обслуживания города Кургана на сайте мотивтелеком.ру, а также позвонив по бесплатному номеру 8 800 240 400. Хотите выгодно хранить свои сбережения? Кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал» подготовил для вас различные накопительные и доходные программы. Привлекательные процентные ставки. Улица Красина, 56. Телефон 65-20-01. 14 ноября отпраздновать свой юбилей в одноименном шоу. Нас приглашает маэстро Борис Моисеев. Нас ждет уникальная феерия света, звука и, конечно, танца. Уникальный дар чувствовать сцену и потребности зрителя сделали артиста одним из самых востребованных на отечественной эстраде. Его любовь к публике безгранична, и публика отвечает ему взаимностью. Ждем вас на концерте Бориса Моисеева 14 ноября в филармонии. А теперь о прогнозе синоптиков. В субботу синоптическая ситуация в Заурале обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого уплотнением облачности и обильными снегопадами. В Тюмени – минус 2, минус 4. В Екатеринбурге – минус 3, минус 5. В Челябинске – 0, минус 2. Снегопады. В Кургане облачно, кратковременный снег, ветер восточный – 4,9 метра в секунду. Температура воздуха – минус 3, минус 5. Днем в Кургане облачно, сильный снег, метель, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха минус 1, плюс 1, атмосферное давление будет падать. 18 октября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!